Жиі аталып өткендей табиғи монополиялар, нақты айтқанда коммуналдық сектор салаларында өндірістердің тозуы мен технологиялық артқа қалушылығын мәселесі орын алған. Осының салдарынан төмен тиімділік пен ысыраптар байқалады. Осыған байланысты табиғи монополия субъектілерін, оның ішінде коммуналдық қызмет көрсететін субъектілерін тарифтік реттеу, ең алдымен активтерді жаңартып жаңғырту үшін инвестициялардың көлемін ұлғайтуға бағытталған. Осы мәселенің шешімін табу үшін қазіргі уақытта табиғи монополия субъектілерінің шекті инвестициялық тарифтер арқылы жұмыс жасауға өткізуге жүзеге асырылуда. Шекті тарифтерді қолданудың мақсаты дәл сол секілді тарифтердің тұрақтылығы мен болжамдылығы қамтамасыз ету, реттелетін қызметтердің сапасын арттыру болып табылады. Бұл ретте тарифтердің бір уақытқа өсуін болдырмаудың мақсатында оларды өзгерту активтерді қатты тозған табиғи монополия субъектілерін жаңғыртуды жүзеге асырудың басымдылықтарын ескере отырып кезеңдеп жүзеге асырылуда. Бұдан басқа шекті тарифтерді енгізуге елдің әлеуметтік экономикалық дамуын макроэкономикалық көрсеткіштеріне, оның ішінде жыл сайын үкімет инфляция болжамдық дәлізінде ұстап тұруды қамтамасыз ету үшін анықтап отыратын реттелетін қызметтердің инфляцияға салымына қол жеткізудің қажеттілігі ескеріледі. Что касается контроля при реализации субъектами естественной монополии инвестиционных программ, то действующий законодательством регламентирован следующий механизм. Утверждение инвестиционных программ, предоставление субъектам естественной монополии информации о ходе их исполнения, осуществление регулятором в лице АРМа контроля и анализа за исполнением субъектами естественных монополий инвестиционных программ и также возврата потребителям средств, как и проходилось по статистике сегодня, Сергей Владимирович, в случае их неисполнения. Необходимо отметить, что тарифное регулирование субъекта естественной монополии осуществляется соблюдением баланса интересов потребителей и субъекта естественной монополии, равновесия между экономической и социальной составляющей. Так, в целях снижения тарифной нагрузки для населения, стимулирования энергии и ресурсосбережения широко применяется механизм дифференциации тарифов на следующие коммунальные услуги. Это первое, при оказании услуги электроснабжения применяются уже сегодня тарифы, это по зонам суток в зависимости от объема потребления. Второе, на услуги уже водоснабжения утверждаются тарифы по группам потребителей в зависимости от объема потребления, в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета. Третье, самый больной вопрос – это на услуги теплоснабжения применяют сегодня тариф в зависимости от наличия или отсутствия общедомовых приборов учета тепла. Вместе с тем, помимо проблемы, связанной с недостаточным объемом инвестиций, в системе регулирования субъекта естественной монополии имеется ряд следующих проблем, таких как прозрачность и публичность процесса тарифообразования на услуги субъекта естественной монополии и доминантов, качество регулируемых коммунальных услуг, контроль за соблюдением субъектами естественной монополии требований казахстанского законодательства. Для решения этих проблем в настоящее время ведется работа по разработке концепции проекта закона, предусматривающего внесение соответствующих изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования естественной монополии. Кроме того, разрабатывается долгосрочная программа по тарифному регулированию субъектов естественной монополии. Таким образом, применяемое в республике сегодня тарифное регулирование субъектов естественной монополии в целом позволит увеличить объем инвестиций в сферу естественной монополии, как следствие снизить уровень износа основных средств субъекта естественной монополии, неэффективное расходование и потери энергетических ресурсов, повысить прозрачность процесса рассмотрения и утверждения тарифов и качества регулируемых услуг, усилить контроль за деятельностью субъектов естественной монополии как со стороны регулятора, так же и со стороны общественного мониторинга.